Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Пещерные войны. Мы прошли мертвые какие-то маунтайн. Не знаю, что это маунтайн. Маунтайн. Короче, что-то мертвое. Теперь у нас Fairy on the Red. Это хвост красный. Нет, это рот. Рот. Какой-то хвост. Какой-то хвост. Нифига себе. Что-то не нравится мне это. Верейте рассады. Можно нет, пожалуйста. Можно нет. И нравится мне это. Если смотреть, что это для нескольких игроков, походу. А, так, я понял, все. Что это было? Ля. Я понял. Нужно удерживать кнопки. Это сложно, слышите? Я не успеваю реагировать. Тихо. Я все-таки контишка сработала. Не, вперед. Тихо. Да, ёлки-палки, сложно. Сложно. Да, ёлки-палки, отцепитесь. Давай. И все равно задеваю. Не, я здесь походу отлетаю. А нет. Кавернатор.
А, то есть мне нужно вообще пули отражать? Сложно ли это? Алло, как мне... Заново? А не, все. Что-то я вообще не понял. Я понял, короче, как-то по-другому это должно работать. Да-да, мы не прыгаем. Да как? Ёлки-палки, сложно. Да пиздец. Это сложно. Я не пойму, как отбивать патроны. А-а-а. Тихо. Патроны. Нужно больше патронов. Жопа моего динозавра сейчас улетит. Ух, изи. Ух. Ух. Они похитили? Ну что, в принципе, как-то так. Давайте на этом... Блин, ну это заезд, ну я не знаю, какой-то довольно непонятно. Тут очень мало стамины, поэтому мы быстро отъезжаем. Ну, в принципе, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.